Это моя страна Казахстан. Красивая, процветающая, национальная, дружная страна. Сейчас Казахстан — это высокие дома, заводы и фабрики. Но так было не всегда. Много веков назад на просторах великой степи вместо больших голодов стояли юрты. В юртах жили наши предки. Юрта согревала суровые зимы и дала прохладу знойным летом. Каждая юрта была красива по-своему и отличалась орнаментом. Наши предки занимались скотоводством и разводили баранов. Ловили рыбу в прозрачных реках. А еще они занимались земледелием и выращивали пшеницу. По праздникам они устроили состязания среди акымов. Девушки танцевали национальные танцы. Джигиты соревновались в борьбе на быстроногих скакунах. И вот я уже живу в современном государстве, живу и мечтаю. А мечтаю я стать космонавтом и улететь в космос с космодрона Байконур. Я расту, и со мной растет мой Казахстан. Красивая, могучая страна. Конь, расти и процветай, солнечный прекрасный край. Родина моя, душой и сердцем я люблю тебя.